Здравствуйте, друзья! Сегодня мы находимся в одном из святых мест Крыма. Источник Иоанна Предтечи. Источник святой и купель. Находится святой источник недалеко от города Севастополь, в селе Оборонное. Буквально в пару километрах. Вот сам святой источник Иоанна Предтечи, Иоанна Крестителя. Написано: в этом источнике вода питьевая, целебная. Сюда можно приехать, погулять, окунуться в купели. Ну, сегодня именно купель мы видим накрыта ковриками, потому что написано: купель не наполняется из-за низкого уровня воды в источнике. Здесь вот купель. Располагается в лесу данный источник и купель. Здесь также имеются лавочки, где можно отдохнуть, посидеть. Также здесь есть храм Иоанна Предтечи. Доехать можно на своем автомобиле и буквально метров 100 пройти вот по такой дорожке грунтовой. В Крыму много святых источников, более 500. Я уже в своих видео рассказывал и показывал про такие источники, как Сергия Радонежского, да, недалеко от поселка Морского, город Судак. Про источник целителя Пантелеймона в Старом Крыму, город. Интересные книги написаны протоиереем Валентином Рюмашиным. Также у меня есть видео. Он очень интересно пишет про древние и святые источники Крыма. Так и называется его. Две книги выпустил. Святые источники Крыма. Вот мы заходим на территорию храма. Храм мы видим новый. Территорию облагораживают. Прекрасный чистый воздух. Недалеко от Балаклавы, по дороге, если с Севастополя ехать на Ялту, с правой стороны будет поворот на село Оборонное. Сейчас мы с вами зайдем в храм. В храме я говорить ничего не буду. Здесь вот написано: снимите обувь и есть бахилы. Табличка: храм всекновения главы Иоанна Предтечи. Красивые рисунки воскресной школы. Дети рисовали. Также здесь есть платочки, записочки. Можно написать.
и людей здесь никого не видно. Тишина и благодать. Спасибо вам за просмотр, друзья. Желаю всем здоровья, счастья и добра. До свидания.